Третий этнографический фестиваль «Тагильский калейдоскоп» прошел в Нижнем Тагиле 18 мая. Тагильчане и гости города представили и познакомились с культурой народов России и мира. В фестивале широко показали традиции русских, украинцев, белорусов, татар, башкир, немцев, армян, азербайджанцев, сербов, таджиков, северных народов, грузинов, испанцев, китайцев, народов стран Персидского залива. Также на фестивале широко представили исконно уральскую культуру. Организаторами мероприятия выступили Центр развития туризма и администрация города Нижнего Тагила.